унаследовав любовь к баяну от отца, он на всю долгую артистическую жизнь стал верным рыцарем и пропагандистом этого инструмента. Юрий Казаков – человек-легенда, музыкант-виртуоз. Именно он, мечтая играть весь мировой репертуар, нашел мастеров-единомышленников и подарил всему миру баян новой конструкции. Изменения в клавиатуре для левой руки и множество тембральных регистров сделали возможным исполнение на баяне музыки всех стилей и жанров. Чудо-инструмент, маэстро, я бы назвал органом на коленях. Примерно так же высказались французы. Они назвали его органом на бретельках. Юрий Казаков первым из баянистов дал сольный филармонический концерт в двух отделениях. Казаков первым представил слушателям сочетание баяна с арфами, скрипками, флейтами, виолончелью и целым симфоническим оркестром. Русский баян, благодаря выдающемуся артисту, получил мировую известность. Арам Хачатурян, будучи участником и слушателем всех 15 концертов Юрия Казакова в Англии, восторгался его игрой. В итальянском городе Кастельфидардо в композиции памятника аккордеону среди великих артистов запечатлены Федерико Феллини, Астор Пьяццолла и наш соотечественник, народный артист СССР Юрий Казаков. Указом президента России в 2001 году он был награжден орденом почета. Возможно, мое решение о безвозмездной передаче баяна может вызвать удивление. Тем не менее, чувствую безусловную большую радость от создания того, что мой великий для меня баян обретает новую и долгую жизнь. Торжественная церемония дарения Государственному центральному музею музыкальной культуры имени Глинки уникального инструмента собрала в его стенах многочисленную публику. Коллеги, друзья и почитатели творчества выражали свое восхищение, говорили много теплых слов в адрес великого маэстро. Юрий Иванович, вы кумир тех, кто любит музыку, любит баян, и вы кумир не только музыкантов, а всего народа. Я искренне благодарен вам за ваш жест, за ваш огромный вклад в российскую культуру. С музеем музыкальной культуры артиста связывает прочная дружба. В 1998 году он передал музею баян отца, на котором сам когда-то учился играть. Спустя 11 лет, завершив свою музыкальную деятельность, он передает в дар свой лучший выбранно готовый многотембровый баян, изготовленный мастером Федором Фигановым, который звучал на Целине, Баме, Чукотке, в дуэте с виолончелью Ростроповича, а также на лучших сценах мира, где сыграно более 700 концертов, в том числе и в Организации Объединенных Наций. Вот эта минута, она для нас историческая, для всех нас, присутствующих в этом зале, потому что нечасто исполнители, имя которых овеяно славой российской музыкальной культуры, приходят в это здание и передают свои инструменты. Этот баян-легенда, став достойным экспонатом музыкальной культуры наших дней, продолжает свой путь, продолжая звучать.